Привет, земляне! На связи Алексио и наш новый бас-гитарист. Он с другой планеты, и у него очень труднопроизносимое имя, поэтому мы называем его Пятый. Поскольку на данный момент он пятый по счету нашей команды. Пятый. Еще он не может взаимодействовать напрямую с землянами, у него даже рта нет. Поэтому в этот раз я буду переводчиком. Примитивные земляне. Сегодня речь пойдет о финальной композиции нашей sci-fi metal оперы. Astrogation. Именно так она называется. Сама песня довольно спокойная, в какой-то мере даже выбивается из нашего стиля, и в ней много раз меняется размер. Экспериментальная. Что-то типа того. Это действительно в какой-то мере экспериментальная композиция, но она отлично вписывается в концепцию оперы и в общее настроение, которое формируется в финале сюжета. Убить всех человеков. Ну, не прямо всех, но в целом да. Давай по порядку. В прошлый раз мы остановились на том, что анунакам с небольшой группой землян во главе с Мией удалось захватить корабль-колонизатор и переместить его в безопасное место. Форпост анунаков на земле. Попутно ситуация сложилась таким образом, что Огзенс, Зарт и генерал Дорн погибли. Мюстри. В общем-то да. Из главных героев осталась только Мия, ну и отдельная часть населения людей для сохранения человеческой расы, которых анунаки начали погружать в гиперсон для отправки в новые миры. Колонизация Европы. Именно Европы. Корабль полетит на спутник Юпитера Европу. И об этом Мия узнает в последний момент. Она-то думала, что их корабль полетит в другую систему, или даже в другую галактику, а тут оказалось, что совсем недалеко в сравнительных масштабах. Глупая женщина. Ну чё ты так сразу? Это вы знаете, что за пределами Солнечной системы еще опаснее, чем внутри нее, а людям этого неизвестно. Примитивные создания. Ну, какие есть. В общем, поэтому анунаки принимают решение спрятать расу людей именно на Европе, под толстым слоем льда в подводном мире, где арктурианцы их не найдут. Они могут сканировать планеты, но только поверхность, а не внутреннюю часть, скрытую под земной корой. Все правильно пояснил. Ну наконец-то ты хоть немного похвалил нашу расу. Вот такие дела. Мия становится капитаном экипажа, и корабль-колонизатор отправляется в путь. Счастливый конец. Даже не знаю, счастливый это конец или нет, ведь Земля все равно захвачена арктурианцами. Людям на ней устроили геноцид, а лидер анунаков Богзенс погиб. Все отметит в ваших древних манускриптах. Такой вот у нас инопланетный спаситель. Но про это я уже рассказывал в прошлый раз. На этом наша sci-fi metal opera заканчивается, и мы с вами прощаемся. Но не навсегда. Еще увидимся на наших концертах.